Владимир Глазунов уже несколько лет выступает на сцене в качестве исполнителя современной поэзии. Лирика поэта о человеческих чувствах и о любви во всех ее проявлениях, о семейных ценностях вызвала у зрителя слезы. Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне. Закончатся дела, поездки, встречи. И в жуткой, нестерпимой тишине ты вдруг захочешь сделать вздох, а нечем. В программе прозвучали стихотворения русских поэтов-классиков Марины Цветаевой, Евгении Евтушенко и современных авторов. Под аккомпанемент пианиста и концертмейстера Александра Стрекалова моноспектакль сопровождался лирической музыкой брянских исполнителей Ольги Алексашкиной и Алены Кивайло. Если мужчина не ваш, брак как мучительный стаж, в паспорт любовь не придет, семьи не штамп создает. Если мужчина не ваш, сердце ему не отдашь, и не доверишь мечты, это залог пустоты. В программе нашлось место и для юмора. Владимир Глазунов прочитал стихотворение неизвестного автора, смысл которого поймет только русский человек. Здесь пасется конь в пальто, здесь родился, жил и умер знаменитый дед Пихто. Через пень растет колода, оберег у всех авось. Ну а хуже, чем татарин, ясно всем, незваный гость. Бережет тут рубль копейка, коль на выдумке хитра, пьяным море по колено, и нет худа без добра. Владимир Глазунов мастерски передает всю палитру и глубину авторских переживаний, подбирает нужный код к самому, казалось бы, холодному и равнодушному сердцу. Стихи в исполнении Владимира Глазунова активно рассылаются по всему миру. Его интонация, удивительный голос покоряют зрителей с первых минут. Без нее все надежды водой в решето. Я люблю эту женщину. Очень. Я не знаю за что. Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и все. Я люблю эту женщину. Очень. Дмитрий Белов, Анатолий Чекрыгин. События Брянск.